Привет, друг! Как твои дела? Меня зовут Макс Саныч. Я представляю твоему вниманию свой жизненный путь. Свои комментарии можешь писать под видео. И мой личный секретарь, возможно, опубликует их. В книге собраны все мои ошибки и падения. Но несмотря на все, я придерживаюсь своего пути. Это путь воина без страха и мусора в голове. Книга называется «Беседы современной молодежи». Проверено на практике, лайфхаки для тех, кто держит доску объявлений на просторах интернета. Рассказ называется «Где бабуля берет роботов-спамеров?» Рассказ номер 16. Перенесет тебя в 20-27 ноября 2013 года. Примечание. Я как бывший веб-менеджер моего товарища рекомендую Саню как профессионала в сайтостроении. Адрес странички ВКонтакте 3160-05878. В качестве видеоряда я использовал видеосъемку. Итак, вперед. Мне, например, месяц назад один писал, потом купил. У меня вчера нервы шалили с этим дятлом. Вот попадаются же такие дрычи, блин. Сообщение стер, все равно ты его не прочитаешь. Короче, напишу про него в действиях. Первое. Спросил и купил. Второе действие. Начал задавать вопросы, не касающиеся торговли. Моя ошибка была вступить с ним в дискуссию. Третье. Пропал после получения нужной инфы и ничего не купил. Моя ошибка, я дал ему много полезной инфы и рассказал кое-какие секреты. И акцию делал на октябрь. Это моя грубейшая ошибка. Четвертое. Снова он вот позавчера появился, пишет, что хотел бы купить то-то, то-то и то-то. Я ему написал, что есть, жду ответа. Ответ не получен. И снова мне задан вопрос, а где бабуля? Я ему, вы не ответили на мой вопрос. Пятый. У папа была собака, а он ее любил. Ну, эту басню все знают. В общем, я ему вчера вечером написал, что дискуссии не веду, нет на это времени. И напомнил, чтобы писал по существу, что конкретно хочет купить. Я фото высылаю по запросу. Вот такие попадаются. И лучше, Саня, на них время не тратить. У меня все остальные нормально. Один, правда, раз купил, а потом начал обмен предлагать. Я с ним раз обменялся и решил, что зачем мне диски? Их еще продать надо. И решил теперь только за деньги. Мой главный девиз – никаких обменов и никаких дискуссий. Этого я и сейчас придерживаюсь, это 2018 год. Ну, иногда бывает, если человек что-то хочет купить с доплатой, и я у него что-то хочу купить, мы договариваемся и меняемся на взаимовыгодных условиях при своем интересе. Итак, мой главный девиз – никаких обменов и никаких дискуссий. Это все личностный рост помогает. Рекомендую, Саня, такого дядю, как Яновский. Да, хотел добавить. На любой товар есть свой покупатель, нужно его дождаться, конечно. И у меня к тебе деловое предложение есть. Появишься, напиши. Саня, у меня к тебе идея, пока у тебя нет заказа, может быть, есть смысл делать заготовки разных сайтов, например, как делают конторы по изготовлению памятников. Когда не сезон, они делают все, что у них есть, только таблички с данными ФИОП, год рождения, смерти и фото. Уже вставляют при покупке в сезон. Как тебе идея? Ха-ха, разместил на бувне, а там пишет сейчас статистика 23 человека. О, я сделал для сайта, для тебя скрытую рекламу между строк. Скинул ссылочку. Офигеть, сколько правил на этом аукра. Нафиг там вообще размещать что-то. Кучу времени уходит, ну их нафиг. Сделал по твоему совету, все, Саня. Установил Google и обновляю теперь постоянно. Зы, не обращай внимания на психов. Першин каждый год, оказывается, проходит осмотр в психушке. Он мне звонил, оттуда приглашал его проведать. Его выпускают на выходные домой. Короче, я огорчен. А как ты, при деле хоть? Смотрел вакансии PHP. Программист 30 тысяч, 50 тысяч рублей. Блин, позвонил и 7 гривен снял от суки. Ваше обращение получено. Приглашаем на личное собеседование в офис. Предварительно перезвоните по телефону для согласования даты и времени встречи. Телефон 090-026-48-32. С уважением, Елена Бондаренко, менеджер по кадрам, компания «Авангард», телефон 090-026-48-32. Продиктовал мне автоответчик. Саня, можешь тебе для своей рекламы сделать свой аккаунт? Дайте мне ссылочку!
Есть у меня все уже. Тю, я тебе для рекламы хороший адрес дал, а ты мне не понял, и что, и зачем. Минута смеха. Ссылочка. Минута смеха. Еще одна ссылочка. Прикол. Big Mir Nerd. Смотри мой сайт. Я подписался на такого программиста Михаила Русаков, российского, и скачал у него курс, как сделать свой сайт. И урок за уроком сделал свой сайт maxstudio.com.ua. Трехстраничный сайт. Но я его не запускал. Ну, это же надо за хостинг платить. А он никаких денег приносить не будет. Это чисто пассив. Поэтому я просто его сделал. Попробовал, как быть программистом, и понял, что это не мое. И я не специалист, я медлительный. И мне больше подходит быть руководителем. Я решала, могу решить любую задачу, в принципе, чужую, правда. Ну, свои тоже решаю, конечно, но чужие. Мне больше присуще руководить чем-то, администратор, это мое. Менеджер проекта, вот это мое. Сайты я не делаю и туда я не пойду никогда программистом работать. Разве что организовать свое дело какое-то и нанять программистов и заказчиков искать. Вот такие дела. Саня, еще клоун какой-то появился. IP 146-074-205. Ссылочку ему скинул на релакс. На релакс 2 minutes. Ха-ха. Снова какой-то подморозок спамит. Что попало? С Нидерландов. Скинул ссылочку для определения места расположения IP-адреса. Привет, и снова про Зайсов. Тот же самый IP-адрес. 146-074-205. Значит, нужно добавить черный список. Я бы с удовольствием, только как? Я сам добавлю. Мог бы уже и мне это поручить. Ты как, еще не против сходить поиграть? Скажешь, как деньги будут, сходим поиграем. Мне гитару отремонтировали, настроили как надо, теперь все окей. Нужно добавить в черный список тот же самый IP. 146-074-205. Тот же самый. Я оставил его пост, чтобы ты смог его удалить. Тот же самый. Тот же самый спамер, зайди посмотри в каталог сайтов. Ты считаешь эту фигню нормальной? Это только вредит репутации сайта. Надо все-таки было такие ответственные вещи разрешать и размещать только после регистрации, как на форуме, чтобы говняка меньше было. Больше IP 146-074-205 не потревожит. Спасибо, Александр. А у тебя есть свой проект? Startup.ua. Итак, новый лазутчик IP 212-1-94-54. Снова из города Черкассы. Точнее, старый знакомый, я так понимаю. Навсегда ты его заблокировать не можешь, да? Привет, и снова Нидерланды. Гланды. IP 146-074-205. Это один и тот же. Походу IP-шник у него меняется. Составь список и всех побаним нафиг. Смотри, выше тот же IP. Больше IP 146-074-205 не потревожит. Пока только эти два. IP 212-1-94-54 и IP 146-074-205. Хорошо, закрой их нафиг. Итак, друг, ты слушал рассказ номер 16 о первых проблемах на нашем сайте доска объявлений Первый Бум. Подписывайся на мой канал. Каждую субботу ты слышишь новую реальную историю из жизни современной молодежи. Пока-пока.